Всем привет! Вот появилось желание снять небольшой ролик о том, как выглядит хурма сегодня 10 сентября. Как вы видите, плоды уже наливаются, желтеют. То есть идет процесс созревания. Хурмы много, очень даже много, как на второй год плодоношения. Вот. Так. Все веточки подвязывал, которые, на мой взгляд, перегружены плодами. Ну, не все, все тут подвязывать, то была бы елка. Вот, большинство таких опасных веточек подвязал, вот как это. На ней вот 5 штук, 6 плодов. Ну, собственно, каждая веточка с плодом. Но я что хотел сказать. Значит, дней 10 назад хурма скинула часть плодов. Часть — это значит десятка 2. Видимо, деревце нормировало зависть само, не в состоянии его выкормить. Вот уже часть плодов съели. Часть плодов лежит на земле. И они при лёжке дозревают сами. Как видите, они уже красивые, оранжевые. В восковом налете они мягкие. Они зрелые и они вкусные. Они ничем не отличаются от тех плодов, которые в прошлом году созрели на дереве. Вот. Поэтому потерь, собственно, никаких. Все, что упало, все дозрело и все поели. Уже можно эти тоже есть. Вот скажу народу своему, что можно это дело, или занесу туда сам. Вот. Ну и хурма вся, конечно, тут плодов не счесть. Ну, собственно, можно счесть, но это хлопотно. Вот все веточки. Все веточки облеплены хурмой. Это сорт Никитская бордовая. Второй год плодоношения. Вот столько. Значит, такая же картина и с сортом Шарон. Хоть как бы достаточно уже и большое деревце, но это первый год его плодоношения. 3 штуки их у меня. Вот. Плоды покрупнее будут, чем у Никитской. Вот тут их осталось, ну, больше десятка, вижу. И вот она тоже сбросила. Сбросила она 5 штук. 5 штук. Они тоже
лежат, дозревают. Она немножко где-то неделька назад как это, как сбросила их. Лежат, дозревают. И то же самое, что и с хурмой никитская бордовая. Они дозревают, лежат. Вот. Ну тут даже вот, если вот немножко с этой стороны, где плодовая плодоножка была, так сказать, там оно как бы, ну если бы оно лежало на чем-то сухом, ну, конечно, этого не было, немножко как бы оно подзагнивает, но это ничего, она там дальше не идет, только с этой стороны, на тех плодах, которые уже съели. Вот. Вот так это выглядит. И то есть оно все, если у кого-то будет такая же ситуация, что плоды попадают и зеленые, их выбрасывать не надо. Они дозреют и нет. На второй хурме те трая не сбросила. Тут было их парочка шарончиков, так они и остались живых. Значит, гораха верла полностью, но он там маленький кустик был, она их сбросила вообще все. Ну, может быть, и моя вина немножко, может, где-то с поливом жаркое такое лето было. Это, видимо, где-то, может, я тоже надо было полить чаще. Вот, это второй куст хурмы никитская бордовая. Тут плодов поменьше, дерево помощнее на порядок. Вот, но я думаю, что во всей красоте оно будет выглядеть на следующий сезон. Так что сдается мне, что хурму в этом году в магазине покупать не придется. Попрятано, где-то надо будет немножко проредить. Вот об этом я хотел рассказать, что плоды, которые деревце сбросит, выкидывать не надо. В лёжке они прекрасно дозреют. И можно будет их употребить в пищу. Вот так вот. Тут она тоже начинает зреть чуть-чуть позже. Ну вот об этом я хотел рассказать. Всего доброго. Всем до свидания.